Бродницы. Деревня Бродницы в Суздальском районе – достаточно древнее поселение. Раньше оно было селом. Бродницы упоминаются в актах второй половины 17-го столетия в числе сел, находившихся в Патриаршей вотчине. Внутренняя форма этого названия достаточно понятна. Исходным для него является слово «брод» – мелкое место на реке, где ее можно пересечь. В словаре русских народных говоров слово «бродница» обозначает топкую, жидкую грязь, по которой идут вброд. Зафиксировано это слово и в толковом словаре живого великорусского языка Владимира Даля. Скорее всего, сначала слово «бродница» использовалось местными жителями для обозначения конкретного места на реке, а уже потом стало географическим названием деревни. Происхождение названия деревни именно от слова «брод» вполне объяснимо. Поселение образовалось по берегам реки. В картографических справочниках эта речка именуется «бродинкой». Однако местные жители такое название используют редко, поскольку сейчас деревня стоит на прудах, образуемых течением этой реки. Взлобок. Существительное «взлобок» в говорах Владимирской области используют, чтобы назвать «косогор» – небольшой пригорок верхушку холма. Образовано оно от слова «лоб» путем одновременного добавления приставки «вз» и суффикса «ок», вносящих в слово значение «возвышенное место», напоминающее то, что названо мотивирующим словом. Очевидно, такое название «взлобок» появилось в результате сходства по форме. Лоб – это самая выпуклая часть головы, а косогор, пригорок, холм – это форма рельефа в виде небольшой возвышенности, округлой формы и пологими склонами. Таким образом, можно сказать, что форма холма и определила появление такого названия, как взлобок. Этичный или этический? Эти слова являются паронимами и отличаются значением. Этичный – допустимый с точки зрения требований этики, норм поведения в обществе. Этический – относящийся к этике как к науке, а также соответствующий требованиям морали. Поэтому можно сказать «этичный поступок», но этические теории – этические нормы. Депозит от латинского «depositum» – вещь, отданная на хранение. Это передача денег или других ценностей на хранение в финансовые учреждения. При этом условия хранения и возврата оговариваются. Mm-hmm.